Александра, беглецы! Положи молоток на место, дружище. Хорошо? Джо, мы же договорились, мы с тобой уже не друзья. Эй, а ты от такого застрахован? Надеюсь, что да. Черт! Видел я выходящего из моря. Разбуди меня, когда мы приедем, хорошо? Извини, милая, отдохнуть не получится. Ты нас убьешь! Брэндон, я снова вижу у тебя нездоровую страсть. Сжечь бензин! Погнали! Уничтожитель климата! Энергосбережение тоже может быть опасно для жизни!
Скажи Кэти, что мы едем, золотка. Привет, это Лоретта. Заряды у нас, мы будем на площадке через... Новый план. Езжайте на 101-е шоссе и ждите указаний. Эй, вы, а где Кэти? Заткнись и двигай на 101-е, иначе свою Кэти будете собирать пылесосом. Вперед! Так, это еще кто? Дед Мороз. Обалдеть, как смешно. Дай мне Кэти. Нет, смешно будет с тобой, если сбросишь скорость ниже сотни, и бомба под твоим грузовиком взорвется. Верно я говорю, Кэти? Делай, что он говорит. У него пистолет. Скорость выше сотни или взрыв? Выбора нет. Бомба может взорваться из-за удара. Ты с ума сошел, папа? Ты что, забыл, что к нам прицеплена бомба? Кто бы ты ни был, у нас при себе груз взрывчатки. Ага, ладно, тогда поосторожнее на кочках. Если ты хочешь нас угробить, почему не взорвал, когда мы завели машину? У меня есть план, я слежу за каждым вашим шагом. Папа, ты супер? Это точно. Куда гонишь, пап? Если фура рванет, то уж лучше подальше. Нам от этого лучше не будет. Что-нибудь придумаю. Удивительно. Где это учат так классно водить? Это долгая и невероятная история. Почему опять мы, папа? Да зачем ты это делаешь? Тебя нанял Джерико? Джерико? Да ты за кого меня принимаешь? За шестерку? Я это делаю ради кайфа! Ты угрожаешь невинным людям. Не говори, пока сам не попробуешь. Страх — это сила. Я смог перекрыть весь город одной угрозой, одним звонком. Теперь езжай спокойно. Послушай, Лоретта, через пару секунд ты должна нас обоих вытащить из машины. Нас обоих? Боже мой, ты... Бомбой займется кто-то другой. Поверь. Ты что, хочешь взорвать эту бомбу? Берегись! Я берегусь. Теперь мне нужна низкая машина, чтобы проехать под грузовиком и снять бомбу. Черт, только что вспомнил. Нам нужно под фуру заехать. Нам что? Ага. Фух. Ничего себе, все висело на волоске. Я жду объяснений. Прости, но на это нет времени.
Итак, против нас Миннесота, Нью-Мексико, Невада. Мы не собирались становиться гонщиками. Это плата за колледж. Да, но ты не просто гонщик, Дюн, ты гений. Так что давай победим еще раз. Это в последний раз, ясно? Опять я спасаю ваши задницы. Чё? Это последняя гонка. Поехали. Класс! Дорога хорошая. Это плохо? Пока что нет. Ой! Что? Классный дрифт. Именно так. Пустяки! Да, вот об этом я говорил! Не хмыкай, мы и половины не проехали. Ух, дяде Кото бы понравилось! Ха-ха. А как у него дела вообще? Дюн, он 5 лет как помер. Ага, само собой. Дюн, ты не мог бы хоть... Я не слышу. Дорога с победой! Вообще-то, к победе. Неважно. Только где ты тут видишь дорогу? Максимальный балл. А я сказал, не хмыкай. Это не повод. А в этот раз не вышло. Последний раз. Да, я продолжу. Поднажми, а? Да, кто тут у нас профи? А, ты? Именно. Береги ноги! Я уже вижу финиш! Да, классный конец последней гонки. Согласен? Ну все, победа! А теперь уходим! Не хмурься! Прощайте, гонки! Привет, колледж! Да что толку?